Стронадёра. Давайте быстренько так посмотрим. Классный совершенно, на мой взгляд, инструмент. Это Fender Elite 2 из 80-х, а не тот современный, который сейчас толкают на каждом углу. Который называется Fender Elite Player. Значит, да, вот спохватилась фирма Fender, только поздно, на мой взгляд, потому что я считаю, что очень недооцененный инструмент был. Вот, по сравнению с многими там у меня были и Music Master, и Bronco, и, господи, как его там, и Duosonic, и прочие всякие как бы недорогие Fender'а. Вот, но из них лиц совершенно выдающиеся по нескольким причинам. Во-первых, ясеневый корпус достаточно тяжелый, они все такие. Второе, очень мощный звук. Вот, и, абсолютно такая фанковая гитара, и фанковая, и роковая, и вот без всяких «но», да, то есть по-своему она там звучит, может быть, даже в чем-то покруче Страта или Телека. У меня были лиды первые, лиды вторые, а отличается очень просто. В лид второй один хамбакер в бридже, лид 2-2 сингла, или 3-2 хамбакера, третьего не было никогда. Очень часто их там апгрейдят, ставят другие звучки и все такое, но все равно вот этот звук, я не знаю, каким образом это получается, но вот эта моща, эта яркость, это просто всего в гитаре очень много. Вот я уже прибрал там немножко уровни. Давайте быстренько послушаем Junior. Начнем отсюда. Так, эта ручка у нас отсекает бриджные синглы, в среднем положении меняет фазу, я так понимаю. В этом положении тоже что-то делает, что не важно. Ну, не понял я, в общем, не важно. Проще услышать. Я сейчас на драйве ее немножко погоняю, нагружу опять же на максимум Blues Junior, без педалек, без ничего, так попробуем. Если передо мной бы стояло вот несколько изделий фирмы Fender, там Strat, Telec, там, предположим, там Jazzmaster какой-нибудь, там Jaguar, Mustang, еще что-нибудь, и вот этот лид, и мне нужно было выбрать себе одну гитару, я взял бы лид. Вот, опять же, не потому, что он у меня есть там, да, и я его продаю. Нет, просто, опять же говорю, лидов у меня было много, и все они вот совершенно замечательно, вот с таким вот каким совершенно своим звуком и своим очень таким вот ярким характером. Сейчас Fender начал их переиздавать, сейчас появилась серия Fender Lead Player, но я думаю, что это,
что называется, совсем не то, что вот этот вот старичок из 80-х оригинальный. Ну, он не скажу, что оригинальный, потому что, во-первых, все-таки в лиде втором должно быть два сингла, здесь хамбакер, но он абсолютно не мешает, то есть, поэтому там какой-нибудь хард-рок, да ради бога, очень, а рок на ней играть можно прекрасно совершенно, там вот, а, значит... Сзади вот такой логотип Fender, струны сквозь корпус, такой толстенький гриф. Вот. И думаю, что, кстати, гитара перекрашена боди, потому что уж очень хорошее состояние, так как у меня их было много, они все такие aged, relic, heavy relic и так далее. А этот абсолютно вот такой блестящий, красивый, вот очень хорошо. Вот, есть еще у меня идейка сюда воткнуть пьеза Bridge, есть у меня пьеза фендеровая. Посмотрим, подумаем. Может быть, заморочусь, сделаю. Вот. Итак, Fender Lead 2 с DiMarzio Bridge. Состояние прекрасное. Звучит замечательно. Гитара, что называется, огонь. Вот. Висит в лавке, продается, обменивается. А я прощаюсь. Пока-пока.